Ну, а всем привет, а как всегда, носочек управляю, сосочек у меня уже в кисочек. Сегодня мы играем в Counter-Strike с кем? Потерянная земляки. И будем что делать? Ну, играть один на один. Да? Ну что, давайте приступим. Так, ребятушечки, он не знает, что я играю. Так, на какой точке играем? И так, что... Я попытаюсь потроллить его, как говорится. В народе. Играем, давай на точке. Ты просто нулевый чел. Ребятушечки, 1-0 пока. Вот. Если что, я мучу себе микрофон, чтобы сказать. Я играю в оконном режиме. Не судите строго, потому что Counter-Strike у меня не захватывается. И из античита он не делает захват. И вот так вот. Так что не судите строго, как я играю. Играю я хорошо. Моментики будут, как я шел 26-2 в ММе. Все будет в видео. Опа. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Наверное. Надо тебя вытаскивать. Чтобы я разозлился, еще лучше сыграть. Ой-ой-ой. Бежим, бежим. Спидран по Майнкрафту, поехали. Уйди. Ну и куда ты убегаешь? Заскамила мамонтов. Да блять! Я так подумал. Ты охуел вторая, сука, ёбаная падла. Ну, мать, как там? Вообще чекал, не чекал сегодня? Ты, чучело. Зараза, бля. Ты удивлен этому? Я без очень. Софта. Так, ребятучки, сейчас. Опа, не попал, видишь? Так, 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 так. Ты чё, филист? Я затерянная земля. Мой скилл. Я тебя слышу. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Ребятушечки, ну а с вами, как всегда, был носочек, управлял сосочек, у меня уже в кисочке. Сегодня мы играли с кем? Ну, дайте на земля, не расстраивайся, я играл с софтом легальным. Так что, всем, ребятушечки, давайте.